Переходим к другим темам. 11 апреля на линии соприкосновения сторон армяно-азербайджанской границы в районе населенного пункта Тех произошел вооруженный инцидент. К сожалению, по имеющейся информации, есть погибшие и раненые. Находившиеся в данном районе представители вооруженных сил и погранслужбы ФСБ России незамедлительно вступили в контакт с ответственными лицами в Армении и Азербайджане и приняли меры по деэскалации. Случившееся еще раз подтверждает необходимость проявления Баку и Ереваном обоюдной сдержанности, а также неукоснительного соблюдения комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.